И взяточники, и посредники, совершившие преступление, сядут за решетку. Об этом на совещании с госслужащими сообщил уполномоченный по этике Департамента юстиции. В мероприятии приняли участие сотрудники государственных учреждений районов и городов Алматинской области. В ходе встречи присутствующим были разъяснены действия, влекущие дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Это касается правонарушений, связанных с коррупцией. Кайрат Пилалов рассказал о способах профилактики и мерах наказания за это преступление, а также призвал госслужащих не злоупотреблять служебными полномочиями и честно работать на благо народа и страны в целом. Стоит отметить, что в Департаменте юстиции работают 53 специалиста. 9 из них оказывают государственные услуги. Все они осуществляются в электронном виде без участия физических лиц. Это помогает предотвратить коррупционные риски, резюмируют ответственные лица. Мы провели встречу с вновь прибывшими сотрудниками. Побеседовали с ними на самые разные темы, касающиеся их быта. Насколько их устраивает текущее положение? Как обстоят дела в семьях? Нет ли каких проблем? Такая работа проводится нами для того, чтобы предотвратить коррупционные факты, предостеречь от совершения правонарушения самих госслужащих, напомнить им об обязанностях согласно Этического кодекса госслужащих, о недопустимости взяточничества и многое другое.